Привет, народ! Сегодня у нас 4-канальный видеорегистратор. Такого у меня еще не было. Были 2-канальные, 4К, но вот 4-канального не было еще ни разу. Не знаю уж, как правильно прочитать, TS-Phone, HD-камера. В комплекте также идет флешка на 128 гигабайт, ни много ни мало, высокоскоростная. Ну и давайте распаковывать. Здесь у нас инструкция, сейчас посмотрим, есть ли русский язык. Да, есть все на русском, в том числе цветные картинки. Сразу давайте откроем спецификацию, что мы здесь видим. Чип стоит M-Star 88 серии, датчик Galaxy Core. Есть оперативная память 2 гигабайта. Видеокодек используется H265. Экран у нас IPS. Есть встроенный микрофон и динамик. Поддержка карт памяти до 256 гигабайт. Рабочая температура от минус 30 до 70. Литиевой батареи нет, работает на суперконденсаторе. Далее у нас сам регистратор. Вот такая вот немаленькая штуковина. Очень интересная. Боковые камеры раздвигаются. Так, наклон не меняется. Наклон меняется основной камеры. Сзади дисплей, кнопки управления. На кнопках управления желательно бы, конечно, сделать белого цвета надписи, потому что в темноте это все будет не видно. Сверху питание Type-C, разъем для SD-карты, выход для камеры и кнопка сброса. Есть также шильдик с маркировкой питания, это 5 вольт, 2,5 ампера. Напрямую к бортовой сети подключать нельзя, но зато раз 5 вольт можно подключать к пауэрбанку. Дальше у нас идет крепежный комплект. Здесь CPL-фильтр, который настраивается по листу белой бумаги, как в любом регистраторе. Стяжка для проводов. Кабель Type-C. Запасной скотч для крепления. Картридер 2.0. Ну и наборчик для монтажа провода. Вот еще завалялись пленочки для монтажа регистратора на лобовое стекло. Но я их никогда не использую. Скотч наклею прямо на лобовое стекло, без всяких вот этих вот прокладок. Имеется два варианта крепления регистратора к стеклу, либо это крепление с 3М-скотчем, либо классическая присоска. Далее у нас кабель питания, здесь у нас Type-C, выдает он, судя по маркировке, 5 вольт, 2,5 ампера, есть фильтр, но хотелось бы добавить сюда сквозное подключение USB, потому что у нас будет занят прикуриватель и ничего другого не включишь. Ну и задняя камера. Подсоединение у нас через разрыв. Подключение здесь идет на регистратор. Степень свободы тоже одна, только вверх-вниз, влево-вправо не поворачивается. Но у многих камер вообще никакого поворота не предусмотрено. Крепится она на скотч, соответственно, должна крепиться на заднее стекло. Подключили к пауэрбанку. Давайте зайдем в меню, посмотрим, что здесь есть. Есть у нас Wi-Fi, есть включение-выключение ИК-подсветки. Защита цикла. Но опять же, китайский перевод не совсем корректный, как во всех практически китайских гаджетах. Это просто длительность записи одного фрагмента. Ну, оставим 1 минуту. Далее имеется G-сенсор, выбор языка. Русский язык я уже поставил. Объем – это у нас звук. Включение-выключение заставки при загрузке. Установка часов. Но часы он должен, по идее, брать с GPS, который здесь тоже имеется. Форматирование карты, сброс. Так, нажимаем вторую вкладку. Настройка скорости, это корректировка скорости, плюс-минус несколько километров. Единица скорости миль в час или километров в час. Выбор часового пояса и летнее время. Здесь переключение между камерами. Правая клавиша у нас старт записи, если удерживать долго. То нас подключает Wi-Fi. Приложение мы также установим, посмотрим, как работает он с приложением. В инструкции скачиваем по штрих-коду приложение. Приложение называется TS-CAM. Выбираем Dash-CAM, нажимаем «Подсоединиться». Видим изображение камеры. Камеры можно переключать. Можно остановить запись. Или снова запустить. Сделать фотографию. А также посмотреть Storage. То есть место, где все записано. Вот пока снимали, записалась куча файлов. Их тут же можно посмотреть. Достаточно быстро проходит подсоединение.
Разбивка идет по камерам, экстренный режим парковки, изображение. Кстати, для режима парковки для этого регистратора покупается отдельный блок бесперебойного питания, чтобы он записывал на парковке. В настройках у нас немного. Устанавливается пароль на Wi-Fi вместо 1.2.3.4.5.6.7.8, форматирование карты и версия камеры. Если удерживать клавишу M, то мы выходим на меню просмотра. Можно просмотреть ролики, какие записались. Допустим, вот этот вот. Здесь есть индикация скорости, но в меню я не увидел, чтобы отображалась индикация. Видимо, она будет по умолчанию отображаться на картинке. Давайте поставим этот регистратор в автомобиль и посмотрим, как он снимает. Разместил на лобовом стекле рядом со своим основным регистратором. Только сейчас заметил, что боковые камеры могут поворачиваться на 180 градусов. Вот здесь видно, что картинка поворачивается. И еще влево-вправо. То есть, в принципе, любой угол можно настроить. Заднюю камеру я прилепил на заднее лобовое стекло. Да, там полоски и там тонировка. Прокладывать кабель я не стал, потому что если каждый раз снимать регистратор и прокладывать кабель, то машина у меня скоро превратится в погремушку. Вот так настраивается теперь фильтр. Кладете на торпеду что-то белое, листок бумаги, и поворачиваете сам фильтр. Смотрите на изображение на экране, и он практически пропадает. Соответственно, количество бликов существенно снижается. Ограничение скорости 60 км в час. Вот эти женщины все время встанут на своей полосе и поворачивают. А я и не вижу. Да. Нет, там летят. Здесь полетят, например. Не разнишь. Еще у меня красный полетит надо. То есть только сейчас, да? Но он будет на другом объекте, да, если он хоть переведут, нет? Так, ты что, он все-таки кидает? Что касается стоимости. Здесь оценить стоимость достаточно трудно, потому что у него нет конкурентов. Четырехканальных регистраторов у меня на обзоре еще не было. Стоимость около 14 тысяч рублей. Для четырех каналов такие показатели, как 2К и Full HD на боковых камерах, это на самом деле очень хороший показатель, потому что поток видео достаточно большой, еще и не каждая SD-карточка с ним справится, ну и тем более процессор. На сегодня с вами прощаюсь. Ссылку на этот регистратор вы сможете посмотреть в описании. До скорых встреч. Пока.